Уважаемые жители Кузбасса, я президент Кемеровской региональной общественной организации села Кузбасса Денис Щедрин. Обращаюсь к вам, так как сейчас чиновники распространяют фейковую информацию о том, что никаких обращений не было, никаких согласований не было. Да, я не скрываю, согласований нам ни отказа не поступило, нам не согласовали, то есть никакой информации нам никто не дал из чиновников. Но сила Кузбасса, я заявляю, мы публиковали этот документ, у меня вот он находится в руках, это обращение губернатору Кузбасса о встрече жителей Кузбасса на Кирова 71, город Новокузнецк. Поэтому все остальное, что нам, какой пришел ответ, это мы тоже его делали публикацию, это уведомление, вот оно в руках, оно распечатано, уведомление о том, что передали на рассмотрение в городской, Новокузнецкий городской округ. Опять тишина. Больше никакой информации нам не поступало о том, что встречи не должно быть. Поэтому, когда нету опровержения о встрече, мы считаем, что встреча с жителями Кузбасса должна состояться. И поэтому губернатор должен встретиться с жителями и дать полное объяснение, что и для чего он такие делает шаги. Мы, жители Кузбасса, большинство против всего этого введения. Поэтому он должен встретиться, выслушать, тем более на уровне федеральной власти специально спустили на регион для обсуждения общественности. Но данное обсуждение общественности игнорируют. Тем самым в очередной раз принимает собственно лично свои решения, не советуясь с нами, с кузбассовцами. Это, я считаю, неправильно. И меня многие поддерживают в этом. Здесь не должно быть так. Если вы чиновники, это обращаюсь непосредственно к чиновникам, если вы всячески пытаетесь это привести, что это фейковая информация, извините, мы никаких митингов не заявляли. Мы митинги не организовываем, не санкционированы. Мы подали обращение, чтобы губернатор встретился мирно с жителями и объяснил ситуацию в Кемеровской области, которая выводит на конфликт между, социальный конфликт между даже жителями, которые вакцинировались или не вакцинировались. Это решение каждого человека должно быть. Но никак по указке губернатора, либо каких-либо чиновников. Нет. Если спустили федеральные власти на обсуждение в область, будьте добры, выслушайте все позиции наших людей и примите меры на защиту граждан. Не так, как вы принимаете, вальяжно все время говорите о том, что у вас все только для улучшения жизни граждан, а улучшений нету, вообще никаких улучшений нету, все хуже и хуже. Поэтому приезжай, губернатор, выходи с главой города, с кем хочешь, и дай объяснение в 16:00 на Кирова 71 жителям Кузбасса. А всем жителям Кузбасса я желаю огромного сибирского здоровья, не болейте, и давайте объединяться, это наша жизнь, а не чиновников. Чиновники, хватит им решать за нас, за простых граждан. Мы должны решать сообща. Мы граждане, мы люди, мы кузбассовцы. Всех до встречи. Ага, посмотрите, как люди идут, как они поднимаются по ступеням. Как они ничего не боятся. Это потрясающе. Народ, у меня просто нет слов. Меня переполняют эмоции просто. Это здорово, это прекрасно, это круто. Мы вместе, мы сила. Только вместе мы сила и непобедимы. Да здравствует народ нашей великой страны. И да здравствует наша великая страна. Thank you.
Ну где полномоченная администрации? Убежал. Сейчас только. Привет. Что, ушел? Вот он. А, вот. Вот. Работник. Представьтесь, самое главное, сейчас, подожди, кто вы. Подожди, давай сейчас все люди... Давайте спускаемся. Нет, что представители администрации все видели. Давайте, пожалуйста, еще чуть-чуть, чтобы сразу все аккуратненько. Только аккуратно скользите, не упадите, не травмируйтесь. Пускай он маску снимет тогда. Да... Прошу. А вот здесь? Да, просто проходи, чтобы видно было. Уважаемые, вот это Владимир Лепцов. Вот он представитель администрации. Сейчас он вам представится и расскажет. Громко говорить. Обращение, которое было написано Денисом Александровичем Щедриным на имя губернатора, было перенаправлено в администрацию города Новокузнецка и поступило к нам вчера. Оно будет рассмотрено в соответствии с федеральным законом номер 59 об обращении граждан. Установленного срока до того срока, который он подавал. Дело в том, что приняли закон в течение 30 дней, спустили специально в регионы, для того, чтобы регионы не успели отреагировать. И если в течение 30 дней будет рассмотрено, закон будет принят. Вы о чем говорите? Все люди об этом говорят. 16-го. Денис Александрович говорит, вот 16-го они зарегистрировали, до 16 декабря будет дан ему ответ. И там уже будет закон принят. Закон будет принят через 30 дней. Вы не думаете, что мы все такие глупые? Я повторю, что не позднее этого срока Денису Александровичу будет дан официальный ответ. О том, что будет встреча или нет? Будет. А вопросы-то когда мы будем задавать? А где уже когда закон принят? Сам мэр-то где? Как он вопрос? Я не могу. Денис Александрович, мне просто не уходите, у меня к вам есть информация. Есть депутат, который с городской думы. И на нее нужно на электронную почту все вот это прислать. Только тогда. Это все, что нам администрация может сказать на данный момент. Это все. Сам глава-то администрации, если он прячет, что это вот? Кто это? Уважаемые жители. Он не прячется, у него... Рабочий график, который был составлен заранее. Кто это человек, вообще непонятно, вышел он из толпы. Если нам представитель администрации сказал, то есть в течение 30 дней дают ответы, позднее. В течение 30 это дней. Это будет поздно. То есть, смотрите, получается то, что сейчас каждый из вас может написать обращение, либо заявление собственноручно. А сейчас, чтобы не превращать это со всеми вопросами, которые есть, это мероприятие в митинг, либо в какое-то шествие, прошу вас всех разойтись домой, пожалуйста. У нас решение у администрации больше нет ответов никаких. Решение будет официально опубликовано. Подождите, можно я скажу? Официально было обращение. Мы знаем это. Чтобы вот эти обращения посылали на почту депутату. Я могу сказать эту электронную почту, чтобы у нас не было все это зазря, потому что закон примут. Это все сделано умышленно. Подождите. То есть мы везде все равно не останавливаемся, мы пишем. Приходите к нам в приемную. Где вы находитесь? Энтузиастов 30. В любом случае... В интернете есть. Сила Кузбасса, набирайте, там все есть. Будет опубликовано. Сейчас администрация ссылается, что они сейчас не дают такой ответ. Поэтому сейчас у нас... Да он и не даст, раз не вышел сам. У нас встреча с губернатором. Уважаемые жители. Ну а мы что можем делать? У нас встреча с губернатором. Уважаемые жители, у нас встреча с губернатором сегодня не состоялась. Все, расходимся.